Друзья, с вами я, Саник Шот, и сегодня я расскажу вам подробно о новой версии вышедшего недавно Майнкрафта 0.15.90 Alpha Build 1. Итак, во-первых, можно сказать, что у нас изменился экран настроек. У нас добавились большие функции. Дальше у нас добавились новые блоки в Майнкрафт. Подробно опишем их. Появился осколок призмарина. Так, дальше у нас появился кристалл призмарина. Новый моб. Страж. Древнего стража пока не добавили. Так, сейчас мы включим сложность. Вот такие вот у нас стражи. Они также могут убивать вас в выживании, то есть эта функция тоже доработана. Добавили еще неигровое существо, так называемое, но так просто его не заспавнишь. Его нужно заспавнить с помощью раздатчика. И убрать его можно только под землю. То есть вот так у нас выглядит NPC с ним. Как написано, можно говорить, но на самом деле эта функция недоработана. И это, считайте, просто как бы моделька такая, которая вообще не двигается. Ее нельзя никак убить. И не просто вот тупо моделька. Дальше, что у нас добавили, это морской фонарь. Да-да, тот самый морской фонарь, который мы так долго ждали. Потом у некоторых были проблемы с собиранием воды, осушением рек. Так вот, теперь эту проблему можно решить с помощью губки. Просто берете, ставите губку на воду, и она впитывает в себя воду и как бы становится мокрой губкой. Вот так вот быстрым способом мы убрали всю эту воду, вместо того, чтобы убрать ведра. Дальше у нас добавился призмарин, призмариновый кирпич и темный призмарин. Возможно, еще добавился новый чанг, подводная крепость. Далее у нас еще добавились камень с монстрами, булыжник, каменный кирпич, замшелый каменный кирпич, потрескавшийся кирпич и резной каменный кирпич с монстрами. Когда вы переходите в режим выживания, сейчас, так, переходите в режим выживания, когда вы ломаете данный камень, из него выпадает монстр. Пока что это чешуйница. Дальше. Добавили несколько команд. По-моему, их 20. Первое, что я вам могу показать, это таймшет. То есть выбор времени. Таймшет, пишем light. И время устанавливается у нас. В общем, у нас устанавливается ночное время. Сейчас у меня просто включен цель 1. Также еще включен телепорт. Так, телепорт. Я координаты не знаю, поэтому сейчас с вами счет. И на координаты, допустим, 3, 1. Что за фигня? Блин! Слушайте, как у нас железный голем там по земле где-то бьется. Ну где он? Я думаю, это не столь важно. Сейчас мы заспавним. Так, сейчас мы заспавним еще. Сумон. Так. Кау, например. Кау. И спавн позиция. 4, 1, 1. И вот появляется наша коробка. Это пока все. На сегодняшний день, возможно, скоро выйдет полная версия. 16.0 релиз. Ее обещали в начале осени. До скорых видео, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.